Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Яман перенес операцию и выздоровел. Если вы не хотите видеть больничные сцены в нашем сериале. Давайте нажмем лайк и посмотрим наш номер. Закончатся ли больничные сцены в нашем сериале? Что будет в день рождения Ямана? Почему Сехер покинет свой особняк Крыклы? Поймет ли Сехер, что Джанан мошенница? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новой серии сериала ⁇ Доверенная ⁇ Если помните, Яман сказал, что приближается его день рождения в предыдущей серии. Яман заявил, что начнет новую жизнь в свой день рождения. Сехер с другой стороны одевается, потому что знает, что сегодня день рождения Ямана. Сехер носит белое платье, как волшебная девочка. Яман тоже не может оторвать глаз от красоты Сехер потому что Сехер превращается в принцессу. Яман мечтает о хороших днях, которые он проведет с Сехер. Но мечта Ямана никогда не сбывается так, как он ожидал. В следующей серии начинается день рождения Ямана. Все собираются в зале на Яман. Яман также заболевает, когда задувает свечи на праздничном торте. Скорее всего, Яман полностью лишится печени в свой день рождения. Поскольку Яман отказывается лечиться, его печень разоряется. Это показывает, что любовь Ямана и Сехер будет бороться с новыми трудностями. Потому что Ямана срочно госпитализирован, его лечат. Врачи также говорят Сехер, что Яману нужна операция как можно скорее. Конечно, подходящей печени для Ямана нет. Именно тогда Джанан хочет отдать Яману свою печень. Джанан просит у Сехер 100 тысяч турецких лир. Сехер находит эти деньги у ростовщиков и отдает их Джанан. Джанан также отправляет Эсмерим 100 тысяч турецких лир. Но позже Сехер похищают ростовщики. Или Джанан хочет, чтобы Сехер покинула особняк. Итак, Джанан говорит Сехер, если ты покинешь Ямана, я отдам свою печень Яману. Сехер снова начинает новую жизнь с Юсуфом. Но Джанан готовит себе конец, причиняя зло Сехер и Яману. Потому что правда выйдет наружу. Когда истинное лицо Зухали Джанан раскроется, они будут арестованы. Яман снова идет за Сехер. Яман поет еще одну песню для Сехер. Сехер не выносит красивого голоса Ямана и мирится с ним. Таким образом Сехер и Яман воссоединяются. Надеюсь, Яман и Сехер никогда не расстанутся. Джанан и Зухаль также арестованы. Считаете ли вы, что Сехер должен оставить особняк для Ямана? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, чтобы увидеть больше видео не забывайте. Подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.